Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. К жителям Тюменской области обратился Александр Мор. Он отметил, что сегодня задача каждого – бережно относиться к истории, языкам, традициям, духовному и культурному наследию нашей страны. Это фундаментальная ценность, которая укрепляет мир и согласие, объединяет многонациональный народ России. А этот праздник еще раз напоминает о том, что важно сохранять связь с духовными корнями, знать и уважать историю государства.